Всем привет! Заказали Android Box мини-версию попробовать. Двухъядерный, 16 гигабайтов. Это, как говорится, память. Открываем. Потому что обычно я покупал большие, а это вот, как видите, очень-очень маленький вот такой. Фирма Tanix. Тут мы видим, есть USB, есть AV, HDMI, ну и, соответственно, сеть, от которой он питается. Что еще у нас в комплекте идет? Ну, по стандарту у нас идет провод для подзарядки. Что интересно, что те, которые побольше, они заряжаются от сети, а этот будет заряжаться от телевизорного USB разъема, что увидите. Ну и, как всегда, коротенький, вот небольшой, полметра плюс-минус этот HDMI провод. Если надо длинней, надо докупать отдельно. Пульт. Такой вот у нас пультик. Работает от двух батареек 3А. Маленькие, то есть пальчики. Все, инструкции ничего нету. Но тут как бы написано, вот, что надо сделать. Написано, показана комплектация. Ну и какая модель, которая одноядерная, один RAM, она будет подешевле, ну и, соответственно, медленнее, потому что двухъядерная все-таки будет быстрее работать. Вот еще такая наклеечка идет в комплекте, которую можете приклеить сзади и или к телевизору ее чикс приклеить, или к стенке. Получается, USB включается там, где USB разъем, и HDMI, и все. Вот, видите, и загорелось. Когда подключаем первый раз, видим сразу выбор языков. Вот, это все языки, которые есть. Дальше идет расширение экрана. Подключаем интернет свой. Выбираем временную зону. Мы зашли и видим интерфейс. Вот, все, что уже по стандарту у нем есть. Это вот программки, которые в данный момент заинсталлены на нем. Ну и настройки, соответственно, тоже. Вот подключение сети там. Все, в принципе, как по стандарту у всех. Самое главное, что я всегда инсталлирую, это зона. Там, где можно фильмы смотреть. Тут можно смотреть, ну, все новинки, фильмы, сериалы. Ну, все, все, что выходит новое, сюда закидывается в хорошем качестве и нормальные озвучки. Скачивается она через, просто в Google забивайте зона для Android и скачивайте. Для того, чтобы смотреть телевизор, такая есть Media Station X. Офигенная тоже программка. Если кому интересно, пишите мне в Telegram, я вам расскажу, как все тут сделать, чтобы все работало. Видите, берете, и у вас 250 каналов, то есть разных. Белорусский, русский. На самом пути, если где-то что-то надо написать, можете нажать маус, и тогда вот появляется стрелочка. И также нажимаем еще раз на нее, она попадает, и опять мы идем просто кликом. Нажимаю в бок, видите, есть мусорник, и он очищает все, что мы делали, то есть сбрасывает все загладки и все. Так, что еще такого интересного? Да, вот этими кнопками на пульте вот, мы видим Media, Music, Web, App. Сейчас будем все по порядку нажимать. Нажимаем Media. Он выходит в накопитель. Сразу показывает, сколько у вас там доступного места. Вот, вот все эти папки, куда все можете скидывать. Downloads, он скачивает все, что вот. Видите, у меня тут скачаны все эти программки. Ну, фотки, музыка и все. Дальше, если нажимаем Music. Если у вас есть скачанная музыка, вот, есть там треки, альбомы, плейлисты, веб, это сразу выходит на Google. И кнопочка
АПП это уже приложение, что у вас имеется. Работает довольно быстро, как я уже говорил. Можем найти, да, настройки. Настройки устройства взять. Вот об устройстве можем посмотреть. Тут есть вот и модель, версия Android 10. Обновление, когда последний раз вышло. Ну и вот такого плана. Все работает, работает быстро. Красивый интерфейс. Скажем так, мне нравится. И дешевая цена. Меньше 20 евро. Ссылочку я оставлю в описании. Так что, если кому-то еще какие-то вопросы насчет этого Android бокса, пишите. Отбуду отвечать.